Значение слова «заботиться». Значение, как да. Практично? Да. Представьте, если уж у тебя есть компания. Люди в компании работают, они получают зарплату. Но каждый из них, он думает, что это свой бизнес. Такое сознание должно быть. Да. Да. Есть, конечно, владелец бизнеса, что это его компания. Он нашел, либо кладывал свои деньги, или нашел инвесторы. Но уборщица, которая работает в компании, будет думать, что это ее дом. И она сейчас убирает дом, потому что приходят важные гости. И так от владелица до уборщица, не знаю, все заботятся о бизнесе, как будто это свой бизнес. Свой бизнес. Как ты видишь, какие у нас препятствия, что нам мешает сейчас прийти к этому сознанию? Почему сейчас это не так? Потому что сейчас пока нет достаточно знания, как мир устроен. Почему люди эгоисты? Потому что они думают, что именно так они могут получить то, что хотят. Быть более счастливы. Нет это знание, что на самом деле делиться, помочь, это то, что дает нам больше наполнения. Подумай для себя, что-то получить или помогать кому-то. Конечно, что есть очень яркое ощущение, когда мы что-то получаем, но оно не остается на ощущении, не остается надолго. А когда мы приносим пользу, когда мы помогаем, это ощущение остается надолго. Дольше. А если мы вообще это делаем бескорыстно, и что получить спасибо, это остается надолго. Вот Sting, вот есть у Sting певец. Песни «If you love somebody, set them free». Когда ты любишь кого-то, отпусти их. Означает, что... То есть не надо вот это, ты мне должен. Я делаю, и ты должен тоже сделать. Нет, ты делаешь это. Когда ты любишь свои дети по-настоящему, ты их отпускаешь, значит, ты даешь им возможность делать ошибки, и иногда тебя не послушают, но ты их любишь в любом случае. И когда мы все будем такими, постепенно, это как будет, как эпидемия. Как эпидемия. Что ты поймут, что такое приятное ощущение принести пользу.